87-й серии сериала «Обиженные цветы» вы узнаете о том, как Маджиде, испугавшись, убегает и оставляет Садри одну. Назан собирается отправиться на поиски, так как он не получил от Дефне никаких известий. Найденная посреди трассы Айлина заставляет всех окружающих серьезно побеспокоиться. Мераль чувствует серьезные уколы совести за то, что совершил, что доводит ее до нервного срыва. Кадер не знает, как поступить в сложившейся ситуации, она не понимает смысла поступков Мираль. Маджиде хочет провести ДНК-тест, так как он сомневается в родстве с Мираль. Нериман отправляется в госпиталь к Бану. На этом все, спасибо, что были с нами. Всем до встречи, пока.